горит и кружится планета. Над нашей Родиной дым. Тема патриотизма витала в воздухе драматического на протяжении всего концерта. Зал был погружен в атмосферу, где в одной песне советский солдат пел с бойцом СВО. Кадры Великой Отечественной войны сменялись кадрами специальной военной операции. О том, что «за ценой мы не постоим», говорило и руководство республики. Народ Бурятии призывали сплотиться. Совсем недавняя история. Вы слышали, про нее говорил президент, про наших ребят. Буряты не бегут. И это тоже про наше единство. И сейчас весь народ Бурятии сплотился как один, помогает нашим землякам, участникам специальной военной операции, и поднимает их боевой дух. Сплотившись, мы создадим будущее нашей страны. Мы разные, действительно разные. Но мы продолжаем сохранять самобытность. И продолжаем уважать, и будем уважать традиции и обычаи каждого народа. Военная тематика сменялась и на мирное небо над головой, и на дружбу народов, особенно братских, особенно проживающих на одной территории. Звучали песни казачьи, плясали танцы бурятские и наоборот. Мне очень нравится, люблю выступать вообще в целом. Вот эта вся суета, которая происходит, всегда волнительно, каждый раз перед каждым выступлением. Что для вас этот праздник, День народного единства, лично для вас? Вот для меня этот праздник, когда все народы соединяются и живет одной большой дружной семьей. Этот праздник олицетворяет, получается, объединение всех наших народов, нашу многонациональную страну. Поэтому, действительно очень важный и светлый праздник. Как публика вам сегодня? Довольно живая, яркая. Все народы должны, конечно, дружно жить. Мы всегда вместе, всегда дружно тут работаем, сколько это нации. Мы очень хорошо живем тут и поздравляю. Но самое главное, что в мире все было в мир, мирно и дружно. О том, что вражда не делает добра, гласит и народная мудрость. Как говорится, дружно за мир стоять, в войне не бывать. Дмитрий Гамбоев и Сергей Медведев. Новости дня.